Фанна с отваром лаврового листа прекрасно чистит тонкие тела человека. Отлично счищает свежий негатив. Приготовить ее несложно. Возьмите кастрюлю с кипящей водой, бросьте туда лавровый лист, не менее 27 листиков, больше можно. Вскипятите в течение 5 минут и дайте 5-10 минут отвару настояться. В это время вы приготовите комфортной температуры воду в ванне для себя и выльете туда лавровый лист, отвар лаврового листа вместе с листьями. Мешая против часовой стрелки, можно наговорить на воду в ванне. Свои тонкие тела очищаю, весь негатив в себя смываю. Да будет так. Полежите в этой ванне минут 10, желательно окунаться вместе с головой. Вы увидите, как у вас поднимется настроение и как улучшится ваше самочувствие.